Здравствуйте, уважаемые друзья. Ну вот, сдаю, так сказать, заказчику очередной результат моей работы. В данной радиоле Мелодия Стерео вышел из строя усилитель. Причем вот такая вот плата. Я ее просто-напросто выдернул. И решил применить, испытать вот такой вот наборчик на базе TDA-7297. То есть собирается усилитель, здесь минимум деталей. Установил здесь также конвертер. То есть диапазон теперь мы можем принимать от 88 до 108 МГц. Ну и, собственно говоря, вот что из этого получилось. То есть усилитель, он идет двухканальный, то есть два канала. 10-12 градусов. Уже во вторник днем температура превысит нулевую отметку, при этом ожидается ветреное и дискомфортное. Собственно говоря, усилитель ждет своего заказчика для того, чтобы забрать и пользоваться им. Все, до скорых встреч!